Привет, меня зовут Артур Гисари. А я Татьяна Богушевич. И мы ведущие курса Start Strong. В этом видео мы расскажем вам, как правильно формулировать свои цели. Восточная мудрость гласит, чтобы понять, чего ты хочешь, нужно сначала понять, кто ты. Мы все хотим, чтобы у нас была высокая зарплата, стабильная карьера, успешная карьера. Что для нас это значит? Что значит хорошая работа? Для чего она вам нужна? Осмелюсь предположить, что и деньги, и стабильность – это всего лишь средства. Средства для достижения определенной цели. А цель у нас, наверное, общая. Мы все хотим быть счастливы. На самом деле, многие люди не знают, чего они хотят. Зачастую их выбор определяют родители, друзья, коллеги или даже мода. И, к сожалению, они могут прожить всю свою жизнь, чтобы осознать, что не реализовали свою мечту. Поэтому, если вы не хотите жить чужую жизнь, но вы еще не знаете, чего вы хотите достичь, выполните одно задание. Возьмите белый лист бумаги и напишите себе письмо. Пишите сочинение на тему «Мой счастливый день через 5 лет». Помните, это ваша фантазия, это ваша мечта. Вы можете написать все, что угодно, как будто у вас есть волшебная палочка. Не думайте, да, но у меня возраст не тот, да, но у меня нет денег, да, но это невозможно. Все возможно. Пишите подробно, где вы просыпаетесь, что вы делаете с утра, что вы делаете днем, кто вас окружает. И напишите, как вы завершаете этот день. А теперь поставьте это видео на паузу и начинайте писать. Вы никому не будете показывать это сочинение, потому что это письмо, которое вы адресовали сами себе. И помните, это не может быть ваша свадьба, либо ваш день рождения, но только то, что вы хотите, чтобы с вами происходило каждодневно. Представьте и проживите этот день в своем воображении. Есть отличный метод, который называется SMART-цели. Это значит, что ваша цель должна соответствовать 5 критериям. И эти критерии следующие. S – specific, или цель должна быть конкретной. Она должна отвечать на вопрос, что конкретно вы хотите достичь. M – measurable, или измеримая. Цель должна отвечать на вопрос, сколько, и как вы будете знать, что вы достигли эту цель. А – achievable, или достижимая. Цель реально должна быть достижима. Найдите людей, которые в мире это уже достигли, и это будет показателем, что это возможно. R – reasonable, или разумная. Эта цель должна вас побуждать на действие и должна вас мотивировать. T – time-bound. Цель должна быть ограничена во времени. На какую конкретную дату вы хотите достичь эту цель? Теперь, пожалуйста, поставьте это видео на паузу и сформулируйте свою цель при помощи SMART. На самом деле, то, что вы описали в своем сочинении «Мой счастливый день», это и есть ваша цель. И сейчас подумайте, что вы делаете в своем сочинении. Если вы садовник, вы работаете в саду целый день, а на самом деле вы изучаете юриспруденцию просто потому, что вам сказали, что это очень престижная, хорошо оплачиваемая профессия, обдумайте свой выбор еще раз. Мы не призываем вас бросать уже начатую учебу. Обязательно доведите до конца. Учеба абсолютно важна и необходима. Но просто подумайте, выбранный вами предмет, соответствует ли он тому, где вы хотите быть? Помогает ли он вам достичь своей цели? Даже если вы выбрали очень модную, престижную профессию, но она вам не нравится, она не принесет вам успеха. Лучше быть гениальным садовником, чем очень несчастным юристом и посредственным юристом. Из этого и вытекает ваш план. Что вам нужно сделать в течение года, в течение месяца, и что вы должны делать каждый день для того, чтобы достичь своей цели. Поэтому мы бы посоветовали вам один раз в неделю или один раз в месяц смотреть на свое сочинение «Мой счастливый день», чтобы понять, в правильном ли направлении вы движетесь. Делаете вы то, что приводит вас к цели, или нет? Иногда кажется, что цель настолько большая, что ее очень трудно достичь. Поэтому разбейте эту цель на более маленькие цели и подумайте, как вы себя вознаградите за достижение каждой из них. А теперь, когда у вас правильно сформулирована ваша цель, подумайте о следующем.
Где вы сейчас находитесь, куда вы хотите прийти и что вам необходимо, чтобы это реализовать? Может быть, это вам нужно специальное образование получить или какой-то навык, которого не хватает. Может быть, это новый контакт или связи. Сделайте следующее. Возьмите белый лист бумаги и напишите все ресурсы, которые вам необходимы для того, чтобы достичь эту цель. А рядом напишите, есть у вас эти ресурсы, либо их еще надо получить. В следующем видео мы расскажем вам, где и как искать работу. Если во время формулировки задачи у вас появились вопросы, присылайте их нам. Спасибо и до встречи. Начните сейчас. Start strong. Start strong.